но большим городским проектом, это книга памяти. Этот объект, проект объединил учащихся школ города, архив, музейно-выставочный центр, библиотеку имени Достоевского, Назаровский аграрный техникум имени Вепрева и простых жителей города и района. Книга составлена с целью увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны города Назарова и Назаровского района. Она рассказывает о людях, принимавших участие в Великой Отечественной войне, как на фронте, так и в тылу. Также есть информация о патриотической работе, проводимой в городе нашем в настоящее время. Материал данного сборника может быть использован при проведении уроков мужества, тематических классных часов, посвященных Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Структура книги включает в себя предисловие, это описание патриотической работы в городе Назарово в наши дни, и также работа, проводимая нашими назаровцами в годы войны. Есть глава, посвященная героям Великой Отечественной войны, нашим назаровцам. Участникам Великой Отечественной войны, это та работа, которую у нас проводили наши школьники, обучающиеся техникам, простые назаровцы. То есть это рассказ о фронтовиках, которые у нас жили в городе Назарово, их судьба, их жизнь, где они воевали. В общем, полностью эта информация, она отражена с документами, с фотографиями документов, наград и различных нюансов, которые вот происходили в жизни этих людей. Отдельная глава посвящена вообще наградам, которые у нас вручались в годы Великой Отечественной войны. Это ордена и медали. И небольшая глава у нас это фотогалерея тех памятных мероприятий, которые у нас проводились в нашем городе в разные дни. Ну ничего, будем так воспринимать, не получилось. На сегодняшний момент работа на завершающем этапе, то есть у нас закончена работа над дизайном, все предоставленные тексты у нас сейчас проверены, отредактированы, приведены к единому стилю написания, то есть там проводились исправления некоторых неточностей, ошибок. Провели уточнения на точность частей, дивизий, полков, то есть чтобы эта информация уже была приведена к единому такому стилю. Сейчас весь материал направлен в красноярскую типографию уже для верстки и в дальнейшем для печати. То есть наша работа сейчас, можно сказать, на финишной прямой. То есть последние уже вот сейчас краевые специалисты еще раз работают над всем материалом, который мы уже подали. И мы надеемся, что сейчас уже будем приступать к печати данного материала. У меня все. Коллеги, сейчас вопросы, пожалуйста. Большое. Пока планируем 250-300 экземпляров, потому что сейчас в книге порядка около 150 фамилий, имен. То есть это... Хотелось бы каждую книгу подарить той семье, которая непосредственно сейчас принимала участие в сборе данной информации. Какую-то часть, я думаю, что необходимо передать в наши библиотеки, как школьные, так и городские, чтобы этот материал был. Естественно, в техникумы, в музей, в архив, поэтому... Ну, пока вот тираж примерно просчитали. Все, на такой маленький. Но я больше скажу, мы планируем, что данная работа будет продолжена, потому что это, естественно, всех ветеранов мы не охватили, потому что работа была новая. Сами тут пытаемся где-то что-то. Кроме бюджетных средств, там есть какие-то еще варианты, чтобы... Там предприниматель еще кто-то, мы депутатам, допустим, вы скинулись там какие-то средства, чтобы увеличить немножко. Варианты есть какие-то? Счет расчета. Внебюджетного. Есть, да? Внебюджетное есть. Есть у нас договора о пожертвовании. Это в рамках закона можно сделать. Просто сейчас надо понять, кто откликнется на такую работу. Да, я посмотрела.
Сейчас мы просчитали 343 страницы. Но это, опять же, я повторюсь, сейчас идет верстка, верстает уже профессионал, поэтому может чуть больше будет страниц, может чуть меньше. Просто итогового пока мы не знаем в работе. Ну, примерно вот пока сейчас отдали 343 страницы. Мы ожидаем все-таки, держим дату 9 мая, потому что сейчас уже полным ходом работа идет. И потом презентация будет. И презентация будет не одна, я думаю, это будет по разным площадкам города. Поэтому над этим вопросом мы еще будем работать. Так, а получается, учета и статистики наших ветеранов нет нигде, да, полной? Учетная статистика есть в электронном виде, но там собрано, откуда призывался, где воевал, какие награды, то есть это очень мало. Здесь вот, когда мы начали эту работу, здесь более шире уже представлена информация. Здесь нам родственники принесли фотографии документов, описание, где воевал, где отличился. То есть здесь больше уже, шире предоставлена информация, нежели та электронная база, которая у нас есть. Потому что... Скажите, вот обложку, да, составляли, я понимаю, рисовали все. Я пройду в библиотеке, я не пойму, что это книга Назарова. Памяти Назаровских. Добавить? Ну, я не знаю, но вот мне, я визуально смотрю, я мимо пройду и не пойму, что это мой город, да, допустим. Ну, как-то мне не хватает, допустим, лично. Ну, думаю, что мы еще поработаем, чтобы тираж увеличить. От городского совета, от администрации письма, может быть, сделаем по предприятиям, организациям, спонсорам. А первое издание, второе издание, оно будет просто дополняться. И издание следующее будет просто с учетом предыдущих, или это будет отдельное дополнительное? Дополнительное. Дополнительное. Да.